Верона Аркадьевна, расскажите, пожалуйста, что такое модуль авто, вообще в принципе, для чего он используется? Модуль авто – это квантовый голографический модуль. Угу. Ну, само название уже, наверное, говорит о том, что он предназначен для автомобилей. Угу. И не только. Будем говорить, что его можно использовать на любых видах транспорта. Вообще, это как защитный модуль. Для того, чтобы оберегать, можно так сказать, водителей от непредвиденных ситуаций каких-то, естественно, аварийных ситуациях на дорогах, каким бы ни был автомобилист, с каким бы стажем, как мы говорим, Шумахер, да? Вот, но всегда могут возникнуть непредвиденные ситуации, которые зависят от других водителей, потому что горе водителей у нас тоже очень много, и в том числе много тех, кто не соблюдает правила, кто подрезает, ну и так далее. То есть я думаю, что таких ситуаций на дорогах много. И вот этот модуль как раз предназначен для того, чтобы создавать такое защитное поле вокруг автомобиля, которое будет препятствовать вот возникновению таких аварий, ну, можно так сказать, чтобы высвечивать так или формировать гармоничное пространство вокруг автомобиля, ну, в котором не случается таких аварий, как бы защита. Кроме того, это защита для самого водителя, чтобы он мог правильно реагировать тоже в каких-то ситуациях, быстрая реакция, чтобы была адекватная реакция, потому что не секрет, что сейчас с появлением наших гаджетов водитель отвлекается либо на телефон, да, либо на смс, либо у него какое-то состояние может быть стрессовое и так далее, и за счет этого у него бдительность теряется, реакция теряется. Ну, я думаю, не мне об этом рассказывать, водители сами знают, какие ситуации возникают при этом. Это второй аспект. Третье – это гармонизация пространства самого автомобиля, потому что все уже давно знают. Водители и освещают машины, и иконки располагают, потому что они понимают, как важна эта защита, потому что вот даже если автомобиль побывал в аварии, многие водители об этом знают, что нужно его продать побыстрее, избавиться, потому что эта информация о аварии уже записалась, события как на автомобиль, и он будет снова такие же подобные аварии притягивать. То есть об этом знают, это, скажем, объясняют законы физики. Я сейчас не буду вдаваться в эти подробности, но вот этот модуль, он как раз чистит, можно так сказать, очищает автомобиль от негативной информации, энергии, которые на него наслоились в течение всего времени не только эксплуатации автомобиля, но и создания этого автомобиля. Далее, в автомобиле также, это вот как в квартире накапливается, например, наше состояние, психические состояния, квартира накапливает, да, вот эти энергии не очень хорошие, ну так и хорошие, конечно. И автомобиль точно так же накапливает наши все состояния, это же никуда не денется, это вот внутри автомобиля находится. Очень много бывает своих таких не очень хороших психоэмоциональных моментов, когда стрессы, может быть, злость на кого-то, опять же, даже злость на тех водителей, которые неадекватно себя ведут на дороге. Это те пассажиры, которые ездят. Очень часто бывает так, ну, по крайней мере, я вижу такие примеры, когда муж с женой едут, и жена все время начинает подсказывать, особенно если она будет... Водитель, да. Конечно, конечно, вот эти вот советчики, да, как говорится, под руку вот еще бывают иногда. Вот, то есть вот эти тоже напряжения, человек если больной, ну и так далее, вот эти все состояния энергии отрицательные, они тоже все остаются в автомобиле. Поэтому этот модуль, он первое, это как бы очищает пространство внутреннего автомобиля, формирует вот чистое такое пространство, гармоничное пространство. Второе, это защита от аварийных ситуаций, это правильное реагирование водителя на автодорогах. Кроме этого, за счет того, что как бы облегчается автомобиль, здесь происходит еще и структурирование топлива, то есть меньше выхлопных вот этих вот всех газов, то есть лучше работает двигатель, многие отмечают, меньше поломок. И вот у нас даже есть такие отзывы, когда, например, водители приезжают на ТО, там, а им говорят, слушайте, как у вас хорошо двигатель работает, ну, то есть в хорошем состоянии очень. Несмотря на то, что, например, автомобиль много лет уже эксплуатируется. И много таких случаев у нас были. Но это как следствие уже происходит, да, что лучше работает двигатель. Кроме того, этот модуль можно использовать и, ну, я еще скажу,
Как вот многие говорят, что зеленый цвет, легче парковаться. Да. То есть вот, ну, все вот эти, потому что в пространство автомобиля формируется гармоничное, поэтому и обстоятельства, связанные с автомобилем, они по-другому складываются. Что еще хорошо, что вот этот модуль, его могут использовать, может использовать не один человек, а все Конечно. Члены семьи, да. То есть там активация модуля происходит, это уже как бы методики применения, они очень легкие такие, ничего сложного нет. Срок действия модуля самого – это неограниченный срок, пока его механически не повредят. И что немаловажно, этот модуль может использовать не только водитель, но и пассажир. Например, когда кому-то приходится очень часто ездить общественным транспортом, там, на автобусе, на маршрутке. Это в том числе и перелеты на самолете, это поезд. То есть любой вид транспорта, хоть велосипед, можно активировать. Только в форме реактивации, например, прочитывается не я водитель, а пассажир какого-то, например, рейса на такой-то самолет, такой-то маршрут. И как бы этот модуль тоже простраивает уже и маршрут гармоничный. Вот это как бы дополнительно можно проговаривать. Вот. Поэтому это вот такой защитный модуль для всех видов транспорта.